что тебя порадовать, да? Остановили суд, ты знаешь, да? Остановили закон, остановили закон. Ну пока приостановили, да. Пока судья приостановил. На момент судебного спора. А сколько он будет идти, мы не знаем. А ты мне что звонил по этому же поводу? Ну я думаю, что год, по предположениям моих адвокатов, что год эта канитель будет идти. Ну, обычно. Слушай, это непредсказуемо. Это суды, бывает быстро, бывает долго. Там же это же политический момент еще здесь. Но, как правило, в 90% случаев это года. Да. Ага. Я посмотрел их компанию, я посмотрел адвокатскую компанию, которую Airbnb нанял, X-Site. Там просто ужас. Там человек, наверное, 50 или там под 100 адвокатов у них только в штате. Штаб-квартира в Мидтауне, офисы там в Гонконге, в Сингапуре, в Берлине, в Мюнхене, там по всей Америке, там, я не знаю, наверное, там миллионов $5 только за услуги адвокатов оплатят. Поэтому я думаю, что они будут бороться серьезно. Ага. Да. Понял. Ну, отлично. Хорошая новость. Ну, да. Поздравляю нас всех. Да, пока поддержимся. Ну ладно, давай, на связи. Ладно, спасибо, ага, давай. Все, пока.